Всем привет! В этот раз решил записать обзор. Пока иду по улице, хочу пойти в парк погулять. Вот. Все хорошо. Сегодня воскресенье. Уже написал профессор, что все, завтра начинаем. Все четко, что нас хорошо принимает. Оказывается, там много человек, там человек 8 он в рассылке было. Написал, что, ну, добавляются два члена, он написал. Я, типа, буду работать над этими контролами. А еще один пацан на какой-то непонятной фигней, я так и не понял, что это такое. А в целом все четко. Вот какие тут красивая природа. Все гуляют. Вон играют в футбол. Вот. Американский, походу. А нет, нет, вроде обычный. Вроде обычный мяч, не знаю. Надо будет пойти посмотреть. Наверное, наши играют. Рейвены. Тут, прикиньте, есть целый магазин команды по регби. Рейвен. Да, по многочисленным просьбам я потом сделаю обзор покупок, которые я делал, и сколько это стоит еда. Сегодня перед возвращением в общагу закупился довольно знатно на целую неделю. Всего за 23 бакса купил грудки, купил всяких там круассанчики, батон, бананы, яйца. Такое. И с собой мне довольно много дали консерв и даже бургеры дали с собой. И пончики. Тут, походу, все любят пончики. Ну или что-то типа того. Оно все из теста такого пончикового. Ну там бывают кружочки, бывают шарики. Бывает еще что-то. Ну, короче, суть в том, что это пончики. И они вкусные. Все занимаются спортом довольно много. Почти все, очень много великов. Тупо почти все эти велосипедные штуки забиты рядом с Карпинским универом. Вот. Утром, вечером бегают люди. Вот потом отдельно сниму видосик в самом парке. Там должен быть водопад довольно жесткий. И там, короче, есть пляж. То есть тут Оттава находится на Оттава Ривер. То есть на реке Оттава. И там, ну, чистая вода. Это не как Москва-река. Вообще все чистая, теплая вода. Люди купаются. Есть пляжи. Прямо в парках. Все четко. Сейчас как раз хочу посмотреть, попробовать воду. Может, схожу скупнусь потом. О, смотрите. Смотрите, хорек. Еще вот он, видите? Ха-ха, прямо ползет. Сейчас постараюсь подойти поближе. Он, наверное, убежит. Вот, убежал. Насколько здесь крутая природа. Просто жесть. Да, убежал куда-то, не знаю. Наверное, в траву. Ну ладно. Чтобы не делать обзоры слишком долгими, наверное, буду закругляться. Если произойдет что-то еще жесткое, конечно, обязательно запишу. Вот, а так. Все, с вами был Стасян. Здорово всем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.